Сегодня у нас 27-е сегодня число у нас. Открытие по боровой дичи, по рябчику, глухарю, тетереву. И мы приехали для этого специально на избушку. Мы уже давно здесь не охотились на рябчиков. И сюда мы приехали специально поманить и стрельнуть рябчика. Ну а также продолжить немного тут порядок навести. Нам надо докосить траву и решили поменять стол. Тогда, когда мы строили избушку, 4 года прошло. Из того, что было, ее слепили. Доска здесь осиновая, ее загнуло. И поэтому мы хотим маленько исправить здесь. И навести такой небольшой марафет, поменять стол. Будет классно. Сейчас покажем, как получится. Патроны у меня 5-ка есть. Достал я с запасов со старых 7-ку. Пару патронов. Ну, буду, конечно, предпочтительно 7-ки стрелять. Потом кончится, если рябчик будет лететь. А он будет лететь, потому что это рябчик и начало сезона. Буду стрелять с 5-ки. Также маночек такой вот незатейливый. Простецкий. В общем, классная эта охота, она такая размеренная, спокойная, но в то же время очень интересная. Так что будем приступать. Траву покосили. Стол старый убрали, дрова попилили. В общем, сейчас делаем стол. Потом покажем вам. Вам показываем на ускоренный, чтобы не утомлялись. Вперед! Ну вот. Стол, наконец-то, какой мы хотели здесь сделать. Но за недостатком пиломатериала, когда строили избушку, сделали такое, какое пришлось. А сейчас у нас стол, который мы хотели сделать. Хороший, дебелый, крепкий стол. Сейчас мы отобедаем на нем. И потом на охоту. Так. Мы готовы. Семерочку сразу заряжу, 2 штучки, а там посмотрим, что будет. Ветер, конечно, будет сильный вообще прям, но я думаю, он нам не должен помешать. Вперед, рюкзак один.
мелкую вот две речки. Маманок один откликнулся. Ветер дует плохо. Далеко. Мы прям крышу подвернулись. Пара поднялась. Один за моей спиной. Это сел. Один через речку улетел. Может, еще сидит. А маманок как-то не реагирует. Видит еще такой. Камере должно быть видно. Как раз в момент, когда я его замечаю, и он слетает, я даже не стал в лёд стрелять. Один сидел, отлетел от него. Сидит до последнего, ветер дует, качает, он знает, что его не видно. И листва еще большая. В себе уверенный. А муж молодой, просто не знаю. Но вообще не отвлекается ни манок, ветер дует. Пойдем дальше пробуем.
Листвы много, ничего не видно. Рядом, совсем рядом на выстреле. Но дальше не могу. Попробуем подходить. Обалдеть. Попал, не знаю, во второго. Далеко было, и он перелетел, я сквозь кусты стрелял. Ты где, Саш? Давай, давай, иди сюда. Первого точно сбил, второго стрелял. Но через кусты, через ветки. Сужение у меня как раз небольшое стоит. Должен был достать, но там вроде как перелет был. Не понял, что было. Может быть, и не зацепил. Может быть, он полетел. А может быть, даже третий был. Потому что ничего не понятно. Крутит, мутит. Вообще прям. Поглядим сейчас. Крутит, мутит. Они откликаются вовсю, вообще прям поют, но не налетают. Ветер, все шатается, шумит. И я, не дожидаясь, все-таки двинулся в их сторону. Перелетел один, сел, я его точно сбил. И второй, их было два, перелетел в сторону, сел. Ну, не знаю, после выстрела кто-то еще перелетел. Может быть, даже их было три, но вроде как должен был бить. Сейчас пойдем смотреть. Итак, ну, все здорово, конечно, сезон открыт. Сейчас я... Точно, которого сбил, подберу. Только надо пролезть. Тут возле речки вообще не пройти. О! Блин, медведь! Первый рябчик этого сезона. По воровой птице. Я открылся. Здорово. Первый рябок. Летят. Неохотно отзывается, плохо, дует сильный ветер, но все равно охоту можно организовать. Они подлетают и уже просто с подхода, то есть поднял, смотришь, где сел примерно, и уже высматриваешь. Ну, конечно, тяжело высмотреть. Этот паренек прячется вообще прям здорово. Такой прям увесистый, хороший петушок. Бровки красные, молодой. Да, он жиденький, конечно, такой прям в руках играет. Но все здорово. Пойдем посмотрим еще. Второго. Сбил я, не сбил его. Ага, вот они, перья. А то он вот елки свалился как раз сюда. Ого! Он так раз шиперился, когда упал. Так, вот он один. А вот он второй. Вот это уже взрослая птица. У нее хохолок такой. Взрослый петушок. Но он и сидел подальше. А этот молодой, ничего еще нету у него, налетел вообще вплотную. И даже вот смотрите, по размеру. Здесь то еще петушка взрослого черная, под клювом, а здесь ничего нету. Он молодой еще совсем, небольшой петушок. Ну что, здорово, вообще прям классно. Я доволен, конечно. Очень интересно, когда не все получается так просто. То есть я их манил. Мы подходить пробовали, ближе, но на манок они подлетали, но в связи с тем, что здесь место такое заросшее очень сильно, возле речки, тяжело их увидеть. И, собственно, поэтому они нас постоянно обманывали. Но тема интересней. Все-таки получилось подойти, спугнуть, стрельнуть одного, пересел второй, стрельнул второго и взял таких двух штучек. Сейчас будем двигаться в сторону избушки. Конечно, тут недалеко нам, но мы пока будем идти еще раз. Все-таки встанем на одном месте и попробуем поманить еще птицу. Красота, сезон открыт. Это не мы копали.
свежак. Нас двое, рябчика, тоже два. Пойдем приготовим их на избушке. Решили быстро, на скорую руку, старый проверенный рецепт. Есть у нас соленое сало, перец черный молотый, соль и наши рябчики, два вот таких слона. Сейчас мы быстренько сало мелкими кусочками нарежем и нашпигуем грудку. То есть прорез, вот так вот, раз, два. И прям прорезы, и туда сальца маленькие кусочки. Как раз пока горит огонь, еще посолю, поперчу их сверху, и будет то, что надо. У рябчика грудка такая сухая, и его надо чем-то сдобрить. Мы его будем на огне готовить, на углях. Ну и желательно вот сальца есть возможность добавить, и будет гораздо интереснее. И прям вот туда, в грудку ему, в эти вот прорезы, кусочки сала проникают хорошо и остаются там. И будет прям очень-очень даже вкусно. Кто не пробовал, попробуйте обязательно. Останетесь довольны. Не прям много его так по грудке распределить. Вот, одну сторону спиговал, он так набухает сразу. Ветер вообще не прекращается. Дует и дует, без остановки. Два ловца срубил. У нас тут нет таких металлических шампуров. И прям на огонь. Сразу, чтобы прихватились наши рябчики. Буквально 20 минут они будут готовы. Очень быстро готовятся. И получается класс. Ну что, наши рябцы. Ух ты. Тяжело соскочил. Готовы. Больше мы и жарить не будем. И сейчас ножом, то есть аккуратненько будем срезать готовую грудку и кушать. Такие румяные, классные рябочки. Открылись по боровой отлично. Рябчики есть. Охотимся дальше. Охотитесь с нами, охотитесь сами. Пока.
Смотрите, что получается. Пропекается вообще прям отлично. Ну, только совсем вот это белое мясо внутри маленько, может быть, не готово. И мы одного сейчас приговорим, если что, этого поджарим.